Сегодня Всемирный день памяти жертв СПИДа в Карачаево-Черкесии, посвященные этой дате мероприятия, давно стали традиционными. В них непосредственное участие принимают студенты образовательных учреждений, а также представители региональной инфекционной клинической больницы. Подробности у нашего корреспондента Артура Мхце. Будьте добры, прочтите эти буклеты. Здесь, смотрите, на ручке написан хэштег акции. Вбивая его в интернет, можно почитать всю информацию. Менталитет нашей республики таков, что люди далеко не всегда готовы признаться в некоторых проблемах со здоровьем. Тем более, если речь идет о вирусе иммунодефицита человека. Чаще всего они оказываются на приеме у врача, когда помочь почти невозможно. А до той поры могут не только носить инфекцию в себе, но и разными способами передавать ее другим. Поэтому медики вместе с волонтерами и проводят профилактические мероприятия, напоминают о необходимости знать о проблеме и способах ее избежать как можно больше. Девушки, которые сегодня участвовали в нашем мероприятии, они каждый через себя пропустили эту проблему. И если этих мероприятий будет больше, и больше будет волонтеров участвующих, конечно, это будет более доступная информация, потому что каждая молодая леди, которая сегодня у нас приняла участие, она придет домой, расскажет родителям, расскажет подругам, расскажет своим сверстницам. И это тоже будет волонтерский вклад в дело профилактики ВИЧ-инфекции в нашей республике. Нам порой лишь кажется, что мы знаем о той или иной проблеме все, а значит и дополнительно изучать ее совсем не обязательно. Однако именно такие встречи с молодежью, как в Республиканском педагогическом колледже, помогают всем участникам понять, что эта тема касается каждого. Ведь в одной только Карачаево-Черкесии более 1000 зараженных. А это сердце от студентов в память о тех, кто умер от СПИДа. Мы выбираем жизнь. Это мероприятие для нас возможность узнать больше об этой теме, потому что она действительно актуальна в наше время, расширить свои знания о болезнях, ну и рассказать об этом остальным. Ну и в целом мы педагогический колледж, мы будущие педагоги, и нам очень важно просвещаться в разных темах, тем более в таких важных, как ВИЧ-инфекция и СПИД, потому что, к сожалению, эта проблема сейчас актуальна. Участие в таких мероприятиях помогает и самим волонтерам как бы погружаться в проблему глубже, ведь зачастую знания – лучшая профилактика многих болезней. Артур Мхце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.